можешь, вот смотри, ты теряешь счет во времени. Ты зависит от этого той мяч. Поэтому, если ты часть шанс, то смотри. Ну ты не будешь, можешь ходить здесь, а? А Саша там? Нога не коснулась? Или два? Ой. О! То есть вот смотрим сюда, а все остальное видим, какая была. Просто любишь, вот она пошла. Ноги, молодец, меня прихватил. Ну то есть, больно не было, я работаю легко. Учимся работать на легкой рукой. Почему? Потому что при правильной технике, значит, то есть удар должен быть быстрым, а удар управляется поближе. Давай, давай, давай. Удар расставлен на руку. Знаешь, уже с этим падает лицо, и как бы латаешь его в уровень. Как не пропорцент, хотя бы разница, а там же раньше. Если я не попробую, то будем попробовать, да, подойти ближе, потому что тут не развязывается, не решено. Короче, ты просто... Все? Да, все. И полностью. И я честно не говорю. Ты после этого можешь остаться. Так, кто у вас? Я не так сказать. А, все, просто ничего не переработал. Я когда вас сюда скажу, что я был любой, а потом сюда что-нибудь попробовал.